Небольшой, но очень уютный офис компании «Белнефтестрах» живет особенной насыщенной жизнью. Специалисты организации стараются обеспечивать индивидуальный подход каждому клиенту и неукоснительно следуют взятым на себя обязательствам. На несколько дней этот дружный инициативный коллектив пополнился новыми молодыми кадрами, которые пока еще не имеют диплома, однако заинтересованы в своем будущем и в том, где они будут работать уже через несколько лет. Увидела на сайте фонда развития, что проходит подобная инициатива, решила поучаствовать, отправила свое резюме. Вот теперь тут. Очень интересно, очень полезно, очень развивающе. Всегда вообще интересно искать что-то новое, а это позволяет как бы найти интерес в чем-то свой. О такой хорошей возможности посмотреть своими глазами, как работают сотрудники страховой компании, узнать о приоритетах работы, целях и задачах, ребята узнали из сети интернет. Уже через несколько дней после объявления проекта Леонид и Александра подали свои резюме и были отобраны для участия в акции. Молодые люди смогли не только понаблюдать, но и попробовать это непростое дело на вкус и посмотреть, на что способны. К слову о последнем, зарекомендовать себя они уже смогли. Эта программа полезна юношам и девушкам, и также она полезна нам, потому что мы тоже амбициозны, мы полны идей, и нам хочется делиться нашими знаниями, потому что когда ты учишь, ты сам тоже обучаешься. В итоге после проведенной экскурсии и обучения перед ребятами открылась уникальная возможность пройти двухнедельный курс корпоративной системы дистанционного обучения, итоги которого покажут, получат ли молодые люди шанс работать в компании «Белнефтестрах». А Александра, как молодой специалист, получающий образование в этой сфере, была принята на прохождение практики уже в июле текущего года.